Здравствуйте, друзья! Это Анапа. Сегодня 14 мая 2019 года. Я нахожусь на центральном пляже города-курорта и показываю вам свежепривезенный песок. Вот он здесь в кучах находится. Частично уже его разровняли. Вот видно здесь. Песок свежий, достаточно хороший, я смотрю, чистый, потому что как-то вот в прошлом году песок привозили плохого качества, с какими-то палками, мусором. Вот. Дело в том, что когда начинаются шторма в Анапе, а шторма начинаются уже вот в прошлом году, очень такой сильный шторм был в сентябре. Вот, я о нем показывал в своем видео топ-5 ЧП в Анапе. Вот посмотрите это видео, оно сейчас всплывет по подсказке вот здесь вот. Шторма продолжаются всю зиму. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь. В общем-то, нынче шторма были вообще, наверное, и в феврале были, и в марте были. Ну и, естественно, волны доходят, вот буквально, вот все это вот сюда доходят волны. И, естественно, большие сильные волны, они смывают песок в море. Вот прямо смывают, и остается вот такой вот твердый, слежавшийся просто береговой грунт, конечно, на котором рыхли его, не рыхли, лежать и загорать летом не очень-то хорошо. Вот, поэтому вот в такое время, в мае, КАМАЗами, откуда не знаю, возят песок. Но это, конечно, не карьерный песок. Это песок должен быть тоже мелкий, с пляжа. Ну, может быть, возят его с района Джимите, не знаю, откуда песок берут. Потом я уточню и, может быть, в комментариях напишу. И вот сюда его свозят, и вот так вот, таким образом насыпают. Вот, ну, слышны сейчас звуки, это пляж готовится к сезону, достают вот эти вот пластиковые шезлонги, лежаки, моют струей воды каждый шезлонг, сейчас обмывают, и уже скоро все будут они здесь вот под навесами расставлены, и если кто захочет на нем полежать, он должен будет заплатить, ну там, я не знаю, раньше было 50 рублей в час, а если на целый день, по-моему, 150 или 250, я не знаю, каждый год по-разному, ну потом уточню и напишу. Вот. Ну, кто не хочет лежаками пользоваться, они просто вот так вот раскидывают покрывало, полотенце и лежат. Ну, иногда работники вот пляжа, они выгоняют людей из тени, которую дают вот вот эти навесы, потому что лежаки будут стоять под навесами, а здесь вот вроде бы тень есть. Вот. Ну и вот некоторые такие ярые, значит, коммерсанты, так скажем, они просто вот выгоняют людей вот из этой тени. Вот. Конечно, об этом потом пишут жалобы, недовольные люди, ругаются. Ну, потому что, ну как так, тень-то она вроде бы ничья. С другой стороны, тень дает вот этот навес, за который там кто-то заплатил деньги. И за аренду, конечно, тоже этих территорий платятся деньги. Ну вот так вот здесь летом. Сейчас тоже загорают люди, вот там вот лежат на помостах, здесь лежат. Ну, песок, да, песок такой, тоже смотрю, тоже травка попадается, и ну ничего, я думаю, нормально. А кто-то бутылочку воткнул в песок. Вот
есть вот мусорка, вот она стоит, вполне видна. Ну, можно бы, конечно, ее поярче сделать, если уж люди не видят. Ну, кто-то вот взял, просто выпил пиво и воткнул вот эту бутылку в песок. Какой-то свинтус, так скажем. Вот, друзья, не будьте свинтусами, пожалуйста, уважайте труд работников пляжа и вообще себя уважайте и других отдыхающих. Ну, вот есть урна, ну, вот сюда вот донесите, добросьте. Вот. Ну, если там она переполнена, рядом положите. Надо все-таки поддерживать порядок и прежде всего не быть свинтусом. Вот это вот, наверное, самое главное. Вот, ну вот тут вот просто сейчас такие целые барханы, потому что песка навозили много. Вот, вот, конечно, вот, да, вижу тоже с водорослями. С травой. Ну, ничего, это потом еще вот мусор кое-где попадается. Потом это все будет тщательно борониться, мусор будет выбираться и, в общем-то, будет вполне так нормально. Вот медпункт. Здесь есть справочный стенд, написано, там указано, указывается температура. Но сейчас, конечно, еще ничего нету. Вот люди уже ходят, все отдыхают по пляжному. Вот. И там тоже дальше. Это все идет у нас центральный пляж. Здесь выход прямо на фонтаны, на администрацию. Вот если вот сюда вот за эти белые строения зайти. Вот лебеди, нахлебники. Сейчас столько лягушек. Вот я сейчас шел мимо Анапки. Там лягушки квакают, прямо слышно по их голосам, что это жирные лягушки такие. Вот, однако лебеди плывут сюда, люди их портят своим таким вниманием и лжелюбовью, бросая им там, ладно бы они их рыбками кормили, а то ведь хлебом кормят, вот. Ну, белый хлеб еще туда-сюда, а вот черный хлеб для них даже вреден, вот. Вот еще два прилетают. Ох ты, оп, оп, посадка такая, здорово. Красиво они садятся, так прямо как на лыжи лапы выставляют вперед. Здорово. Тут делают дорожку к воде, деревянную, такой настил. А тут что там, почему-то перекрыли, странно. Ну, видимо, пока тут ничего не подготовили. А, нет, вот же там вход-то, здесь просто решетка. Тут, конечно, вода мутноватая. Мутноватая вода, не то, что вот я показывал там вот в стороне пирса. Там, конечно, с пирса чистая вода. Вот. А здесь вот она взбаламучена, ну, не знаю чем. Может быть, то, что вот сейчас песок этот завозят, и все равно его как-то так подмывает. Вот тут уже куча, а вот это вот выход уже на
в парк 30-летия Победы и туда дальше к фонтанам и к администрации города. Так, друзья, выглядит сегодня пляж 14 мая 2019 года. Идет подготовка. Скоро здесь все заполнится. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте значок колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Смотрите видео, которые я предлагаю вам в конечных заставках, а также нажимайте значок подсказки. Это такой кругляшок с буковкой И в правом верхнем углу. Там я тоже много даю интересной информации. И читайте, конечно, описание. В описании я тоже там контакты на мои социальные сети, живой журнал, Facebook, ВКонтакте, ну и другие различные, а также номер моей Сберкарты, PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги. Все вы там найдете для тех, это кто хочет оказать помощь моему каналу или на какие-то конкретные проекты. Ну, всего доброго, до следующих встреч. О, поплыли все лебеди дружно. Все лебеди дружно поплыли от берега.